Матильда, убери, убери это! Однажды в старинной книге я увидел рисунок павлина. Как же должна петь эта прекрасная птица, подумал я. Из книги я узнал, что павлин заключен в башне знаменитого джина Рахата ибн Лукума. Не теряя ни минуты, я отправился на восток. Висячие сады Семирамиды посеребрила таинственным светом луна. Приезжай к нам на восток, здесь испытаешь ты восторг. У нас растут бамбуки, апельсины, красавицы у нас, как звезды в небесах. Приезжай к нам на восток, здесь испытаешь ты восторг. Вай! В садах поют диковинные птицы, взор услаждая своей неземной красотой. Так приезжай к нам на восток. Приезжай к нам на восток. Здесь испытаешь ты восток. Испытаешь ты восток. Поедем, светлочи! Джину! Не будет ли любезен, многоуважаемый джин, отдать мне за соответствующее вознаграждение чудесную птицу, именуемую павлином? Дорогой, какой такой павлин, шмавлин? Не видишь? Мы кушаем. Твоя покупай. Yeah.
Многоуважаемый Джин, вероятно, не так меня понял. Я только хотел поинтересоваться, не будет ли он любезен отда... Произошло явное недоразумение. Единственным моим желанием было приобрести у много уважа. Хотел бы уточнить еще раз, не будет ли любезен многоуважаемый Джин отдать... Не соблаговолит ли любезный Джи? Вай, вай, как же ты мне надоел! Не будет ли любезен? Будет, будет. Шашлык из тебя будет. Абра-швабра-кадабра. Абра-швабра-кадабра. Алей. Оп. Абра-швабра-кадабра! 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 Довольно! А где мне взять такое чудо?
зато я усвоил одну прекрасную истину. Не все то золото, что блестит. И это так. Клянусь своей треуголкой.